Так, это для Малаевского. Делаем резьбу. Будем собирать велосипед. Йокен? Йок. Сперва надо резьбу. Потом я вам покажу велосипед. Немножко надо масла, чтобы резьба хорошо пошла. Дарья? Все, резьба готова. Резьбу сделали. Короче, вот так, это сейчас уже готово. Здесь у меня велосипеды. Это все надо делать, еще резьбы делать, монтировать. Это будет здесь. Это вот сюда вилка ставится. И будем еще резьбу здесь делать. И все, соберем новый оранжевый велосипед голландского цвета. Так, короче, теперь нам надо вот здесь точить немножко. Вот эту ерунду надо будет сюда сажать, а потом все это будем надевать. Короче, вот это надо вот так немножко точить. Так что не думайте, это так легко. Это все обученная работа. Фирма Тухтеш, завод Моржани. Короче, как я уже сказал, вот эта штука можно надевать. Это специальный ключ такой. Ее крутишь. И он этот одевается. И все. Полностью она одета. Вот смотрите, вот это черный. Все. Сейчас вот этот ключ специально убираем. Дальше. Одеваем. Это сюда. Так. Потом одевается вот это сюда. Сейчас мы посмотрим, что к чему здесь. Если она длинная, отрежем. Если нормально, то есть что-то отлично. Вот так. И все, одеваем вот эту шапочку. Это уже готово. Не шатается, не болтается. И осталось только руль надеть. Все.
будем дальше работать. Покажу вам дальше. Так, короче, я вам сейчас покажу, как сделать, почистить резьбу. Вот этот ключ. Специально для этого. Вот эта сторона должна быть в стороне, где звездочка. Вот эта сторона в обратно. Все. И обратите внимание, что резьба должна обе в одну сторону. Это такая система. Вот так чистится или делается новая резьба. Надо одновременно обе стороны лупить. Для капусины бумы? Бум, как капусин? Холланды. Да. И кейс, а я хитрал. Один мун трахми. Да. Мар, не ты пыжу, он пыжу стат нит мой пакет. Ви,